Так, вот тебе, пожалуйста, Луна. Проползает мимо кадра. Проползает через кадр 23 августа 2020 года, 20:21 по Киеву, в Харькове. Харьковчан, с днем города, украинцы, с днем флага. Красота. Наконец-то Луна после новолуния появилась опять на небосводе. И можем опять ею любоваться. О, наконец-то Сатурн из-за облачков вынырнул. Сейчас снимем Юпитер со спутничками, сейчас снимем Сатурн. Юпитер отдельно я снял уже с пониженными настройками светочувствительности. Полосочки на нем поразглядывал. Сейчас посмотрим на не на полоски на Юпитере, а на кольца Сатурна. Как раз над проводом, да, появился наш Сатурн. Ну и хорошо. Колечки мы сейчас будут вверх смотреть, только он над горизонтом поднимается. Вот он, наш красавец. Прямо облачко на нем, на Сатурне. Надо будет чуть-чуть мешать, снимать. Все, отошел самостоятельно наш Сатурн, влезает, проползает по кадру. Да, облачко его закрывает. Иногда облачность, даже дымка эта, помогает почетче видеть красоты. Ну-ка, в окуляр, как у нас все выглядит. Да, не вижу я никаких титанов, спутников, даже в окуляр. Но Сатурн виден вполне себе четенько. Сейчас пойдем к спутникам. Полюбоваться. Поехали. Все ближе и ближе с каждым днем становится Юпитер и Сатурн на небосводе. И к декабрю месяца, 21 декабря, они сольются в единое целое, натурально. Для невооруженного глаза. Будут на небосводе как одна большая звезда. Сатурн и Юпитер. Это редкое, раз в 20 лет происходящее событие. И будем надеяться, что с погодой у нас будет все благополучно. До Сатурна 1 350 000 000, по-моему, сейчас миллионов километров. А это у нас справа спутник Ганимед от Юпитера. Вон он сейчас за кадр будет вправо прятаться.
А слева от Юпитера идет сдвоенные вот эти два спутничка рядышком, ближайшие к Юпитеру. Это Европа, потом идет Ио, а где Каллисто должен сейчас появиться слева. Каллисто влезать в кадр. Неужели он так далеко, что не видно, а? Вот это да. Да, я не вижу Каллисто. Да, вон в окуляр его видно, но он очень далеко. Да. Ну ничего, бывают они и рядышком, подождем того времени. Чудненько. Полетели опять на Луну, слезаем. Наверное, еще один дублик потом сделаю. И хватит на сегодня. Завтра выходной, 24-й день независимости. Погоду обещают прекрасную. И может быть еще сегодня ночью буду снимать приближающийся к Земле Марс. С его ледяными шапками. Да, будет через меня в прошлый раз снять ледяные шапки Марса. Ну, то есть вот так и местность. Надеюсь, сейчас эти облачка разойдутся, развеются окончательно, и будет хороший у нас кадр Марса. Опа, моя вина. Неудобный грунт проскакивает по штативам. О, будет держаться. Чудненько. 20-29 по Киеву. Харькове.